34-летняя Айза Анохина неожиданно вновь примерила свадебный образ. Телеведущая захотела продать наряд, в котором выходила замуж за Алексея Долматова, Гуфа. Звезда показала себя в образе невесты. Оказалось, речь не о новой церемонии бракосочетания. Айза поделилась фото со свадьбы с рэпером. Инстадива намерена продать подвенечный наряд, в котором выходила замуж за скандального музыканта. Тадам, удивительно видеть это фото в моей ленте. Но настало время расстаться с этим свадебным платьем, которое хранилось уже почти 12 лет. Да, я продаю его. Оно шикарное, вне моды, и я в него влюбилась с первого взгляда, отметила она. Анохина не ограничилась архивными кадрами, она вновь надела пышное белое платье, в котором обменялась клятвами любви и верности с Гуфом. Оказалось, что наряд сидит не так хорошо, как ранее. Верх у меня почему-то увеличился. Но оно в идеальном состоянии, заверила Инстадива. Поклонники отреагировали на предложение Анохиной. Многих оно удивило. Кому оно нужно? Я не пишу негативный коммент, а только мнение, за 12 лет оно не свежее, да и вроде как не самое счастливое, а туфли Гуфа продаж. Не хочу я такого платья, странно, 12 лет лежало у вас, а сейчас решили продать, несчастливое платье, не хочу его, написали фолловеры. Айза и Алексей поженились в 2008 году, а расстались в 2013-м, экс-влюбленным все же удалось наладить общение ради общего сына Сэма.